На лед приглашаются дуэлянты. Алена Бабенко, Роман Костомаров. И Ирина Слуцкая, и Гедемин Таранда. Вау, добрый вечер. Мыши, крысы, вы кто? Мыши? Она мышь, я крыс. А вот мышь, король мышь, король крыс. Ребята, путаются в показаниях, очевидно. Я так понимаю, что это Рэмбо и Никита. Охотники за крысами, ага. Ага, пахнет дуэлью. Вот это, чувствую, будет битва. Алена, что пожелаешь своим соперникам? Ой, они такие очаровательные. Вообще просто, вот. Мы совершенно, я так понимаю, что мы в разных жанрах живем. Я пожелаю нам... Нет, почему же, мы даже очень похожи. Да? Ну да, есть, может быть, что-то общее. Я пожелаю нам и той паре, и нашей паре победы. Ребята, а что пожелаете своим дуэлянтам вы? Ну, я вообще хочу сказать, что очень сложно будет бороться с такими профессиональными уже, можно сказать, ребятами, как Алена и Роман, и в особенности с таким талантливым фигуристом, чемпионом Романом Костомаровым. Поэтому хочется им пожелать, чтобы они сделали все возможное, что они умеют делать на данном этапе, и хочется себе пожелать, чтобы мы не ошиблись и тоже хорошо откатались. Вообще-то я хочу сказать, что нам с Иркой везет, потому что мы всегда боремся с людьми, у которых в этот день рождения. Вот Алена-то Бабенко, сегодня день рождения. Поздравляем, Аленушка! Happy birthday! Алена, мы поздравляем тебя. Так, ну раз день рождения, я думаю, будет справедливо, если шарик вытянет Алена. Да, Алена, раз у тебя день рождения, тогда право. Да. Вытащить шарик. И, конечно же, шарик с цифрой номер... Два? Два! Номер два. Итак, пара. Алена Бабенко, Роман Костомаров катаются вторыми, а вы, мышки, катаетесь. А Ирина Слуцкая и Гедемин Таранда катаются первыми.